Россияне в марте потратили на занятия фитнесом 900 миллионов рублей, что на 60% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Средний чек в этой категории составил 3600 рублей. Отмечается, что интерес к физкультуре вырос на фоне законопроекта о возврате налогового вычета за занятия спортом. Россияне смогут вернуть 13% от стоимости затрат на спорт в виде вычета по налогу на доходы физических лиц. Подробности читайте на сайте.